день, дорогие мои вязалочки! Добрый день, все позитивные зрители! С вами снова я, Светлана. Вы у меня на канале «Посидим, повяжем». Дорогие мои, давненько не было ни моих видео, ни моих влогов. В Испании сейчас стоит нереальная жара, нереальная просто. Термометры подскакивают до 35-40 градусов. Вязать, сами понимаете, в такую погоду очень тяжело, очень тяжело. Как бы выжить нам и как бы выжить в прохладе. Поэтому, естественно, многих-многих таких процессов, которые я планировала себе, я как бы пока притормозила, не начинаю, но есть кое-какие продвижения, о которых я хочу вам так быстренько-быстренько рассказать, сообщить и показать. У нас 5 часов вечера, более-менее жара спала. Ну что значит более-менее? Естественно, местный наш пляж забит и туристами, и местными жителями. Все-все у воды. Дома, значит, пол тоже забит моими кошачьими, которые только так переносят эту жару. Ну и я решила как бы по-быстрому сегодня рассказать и показать вам небольшие процессы, чтобы, ну, как бы так надолго вы меня не теряли. Итак, начнем с самого простого, с готовой работы. Я говорила вам, что каждый месяц я вяжу какие-то носочки на осень, а осень-то уже вот-вот-вот и подойдет. И поэтому в этом месяце я тоже связала детские носочки. Малышкам нашим тоже надо утепляться к зиме. И связала носочки самые элементарные. И в чем здесь интересная фишечка, я вам покажу. Что здесь у нас укрепленная пяточка и вышивка по носочку. Уже как бы они осенне-зимние, к Рождеству, как говорится. Значит, носочки вот из такой интересной бежево-кремовой пряжи. Сделала здесь небольшой манжетик, такой цветной, зелененький. Он даже не зеленый, голубовато-зеленый. У меня были пару клубочков таких небольших, тоже решила их использовать. Усиленная укрепленная пяточка шахматкой. Дальше идет подковка, обыкновенная подковка и носочек с ленточным закрытием. Что интересного в этих носочках, чтобы они не были, ну как сказать, вот такие вот совсем уж простенькие, и они у меня детские, я решила немножечко их разбавить и сделать вот такие интересные вышивочки. Вышивка. Многие из вас знают, как вышивать по вязаному полотну, по петелькам, по схеме. Вот такой интересный гномик у меня получился с обеих сторон. Сначала хотела сделать гномика на одном носочке, но потом решила все-таки, раз носочка два, то и гномика должно быть два. Хотела здесь пришить небольшую красную пуговку, либо помпончик. Возможно, так и сделаю, посмотрю. Но пока вот они в таком виде. Связаны на размерчик 32-33 на мою внучечку. И я думаю, будет тепло и хорошо осенью и зимой. Вот такие интересные носочки я связала. Значит, по ним ничего не буду показывать, элементарно просто вяжутся. Единственное, вот здесь в уголочке поставлю вам, кто хочет, на любой однотонной пряже можно сделать красивую вышивку вот такого милого гномика. Оставляю вам схемку, смотрите, трудитесь и вышивайте. Дальше, жара жарой, ну а я вяжу осенний жаккардовый джемперок, в который я влюбилась и обещала, что свяжу, и показывала схемку в телеграм-канале. Работа движется, и помощницы, посмотрите, вот здесь мне помогают. Thank you.
было жарко дома, я не знаю, кошки прямо на балконе, на полу, там, где немножечко продувает ветерок, но именно шерстяная пряжа, как говорится, манит, манит, как карусель. Только где-то я оставляю мое вязаное шерстяное полотно, вот это моя старшая кошка, она приходит, ложится прямо на самую жару, на самое вот такое шерстяное вязаное изделие и с удовольствием там отдыхает. Не могу понять причину, но очень-очень нравится ей помогать мне вот в таком виде. Итак, движемся по моему свитерочку. Свитерочек вяжется и уже очень такие хорошие продвижения, потому что я довязала полностью все вот это до проймы. И дальше довязала здесь половину моей проймы. Еще немножечко и буду делать, значит, вырез горловины по спинке. Точно так же будет делаться и вырез горловины, только чуть-чуть поглубже по передней части. Пока я вяжу и не проводила тепловую обработку, значит, изделие пока не так ярко смотрится рисунок, но хотя он смотрится очень-очень интересно, но все-таки не так интересно, как в образце, который я вам показывала. Я специально оставила вот здесь образец, показать, как все это будет шикарно смотреться уже в готовом виде. Посмотрите, как расправится пряжа. И как красиво будет смотреться в общей массе такой жаккард. Еще раз повторяю, вяжу из пряжи дроп спуна кофейного цвета и молочного цвета. Значит, в моей телеграм-группе девочки вяжут из других расцветок и тоже очень-очень красиво получается. Вот здесь на все это, дорогие друзья, у меня заканчивается по 3 моточка. 3 моточка молочного и 3 моточка кофейного. То есть их хватит, в принципе, на то, чтобы я довязала спинку и, естественно, светлый моточек, видимо, расходуется меньше по рисунку, его чуть-чуть больше. И на переднюю часть еще уйдет, я думаю, один темный. И дальше у меня будут рукавчики. На рукавчики, естественно, еще, я думаю, по полтора или по 2 моточка тоже уйдет. Вот такой свитерок у меня вяжется. Схему я вам оставляла. Кто хочет, вяжите с удовольствием. Но у меня еще раз покажу. Схема, конечно, уже в таком состоянии. Схема в таком состоянии, потому что, я же вам говорю, моя помощница со своими когтями все идет мне прямо в радость, прямо в помощь. Вот так выглядит схемка, это низ изделия, и дальше идет повторяющийся наш узор. Я думаю, что еще, возможно, неделька-другая, может быть, жара спадет, и я закончу и постараюсь показать вам, значит, в готовом виде уже такой джемперок. И еще, на сентябрь месяц для всех вас будет, так сказать, от меня осенний подарочек. Я, как и говорила вам, из Drops Kit Silk начала вязать, значит, осенний красивый махеровый, чисто махеровый кардиган. Кардиган в 3 нити. Вот здесь у меня на манекене уже связана кокеточка. Уже я связала кокетку, сделала все расширения. Здесь идет планочка. И, значит, сейчас сделаю разделение. Все это я записываю, все это я снимаю в один большой мастер-класс. И будет разделение сейчас на тело рукава. Тело пойдет вниз нормальной лицевой гладью, а по рукавам сделаю интересный ажурный узор. Причем, когда советовалась в группе в телеграм-канале, я показывала и делала образец кокетки. Я хотела связать кокетку ажурную, с интересным вот таким красивым, шикарным, просто воздушным ажурным узором. Сделала расчет по кокеточке, но потом остановилась, уже не стала полностью ее вязать. Вот так ажурно красиво смотрится. Но потом подумала,
Все-таки это осень, и естественно, ну так-то тоже красиво. Посмотрите, как красиво смотрится. Тоже очень оригинально. Тоже очень оригинально. Можно вместо лицевой глади вязать вот такую красивую кокеточку ажурную. Тоже будет шикарно. Но я решила все это перенести на рукавчики. На рукавчики. И причем сделать ажурчик только вот от локтя и вниз. Не буду делать зауженный рукав. Рукав сделаю прямой. И вот с такой красивой, красивой, значит, ажурной змейкой. На змеечку я тоже в телеграм-канале выставлю вам схему. Если захотите, можете вязать и кокеткой. Змеечку оставляете, и между змеечками по нашему принципу 3 хороших прибавки, либо же 6 мелких прибавок, можно сделать вот такую кокетку. Я составила схему, где, значит, я уже у горловины сделала хорошую прибавку, и дальше следующие 5 прибавочек сделала на одинаковом расстоянии. И у меня получилась вот такая интересная лицевой гладью кокетка. Но я еще раз говорю, можно и подобрать, сделать такое же расширение на красивый ажурный узор. Но я решила, ажурный узор пущу по рукавчикам. Рукавчики сделаю пошире, такие красивые фонарики внизу. И, естественно, потом резко присоберу вот здесь на моей линии резинки. Такие интересные будут у меня задумки. Я все это снимаю и покажу вам. И будет шикарный-шикарный кардиганчик. Кардиганчик вяжу на размер, еще раз скажу, 92-96 на спицах номер 7. Но саму горловинку и рукавчики буду делать на спицах номер 5. Поплотнее. И, возможно, на спицах номер 6 буду вязать на рукавах ажур, чтобы не так уж совсем пышно-пышно расходились рукава, чтобы они были пошире, но не настолько огромными. Вот такая у меня задумка для вас, такой интересный подарок. И я думаю, за пару недель я этот мастер-класс вам выставлю. Можете вязать себе с удовольствием. И еще в телеграм-канале я вам выставляла очень красивые схемы интересных жаккардовых снудов на осень. Так вот, я подбираю один красивый-красивый, значит, снуд для того, чтобы связать на осеннюю погоду и носить с удовольствием. Тоже я вам в конце видео поставлю красивые-красивые картинки, а вы посмотрите и вдохновляйтесь. Не буду надолго затягивать это видео. Свитерок мой вяжется. И подарок для всех. Вот такая шикарная-шикарная кокеточка махеровая в 3 нити тоже вяжется. Хотя, хотела еще вам сказать. Образец делала из одного моточка. Из одного моточка в 3 нити. Сразу же в 3 нити. Я думаю, все знают, как из одного мотка сделать 3 нити и вязать себе спокойно, не захватывая, как сказать, 2 следующих. Нам нужно просто добавлять к одной ниточке. Я вам покажу в каких-нибудь вязальных хитростях. Напишите, если надо, я покажу, как вязать из одного мотка, тонкого-тонкого моточка, в 3 нити. Ну, а на этом, в принципе, буду заканчивать мое небольшое видео. Реально очень жарко, очень трудно снимать. И хочу все-таки выйти к морю, выйти на берег, где есть немножко ветерочек, где есть не такая уж и прохладная в море вода, но все-таки не такая жара, как дома. Ну, а вам всем желаю хороших последних летних денечков, тепленьких, хорошеньких, и уже подготовки с вашими детками, с внуками к новому учебному году. Еще неделька, и мы снова войдем в наше нормальное русло, в нашу рутину, и будем с вами вязать,
вдохновляться, общаться, наслаждаться. И закончится так долго ожидаемое наше, ну такое короткое и быстро пролетевшее лето. Всем вам пока-пока, мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. Всем ровных петелек и вязального настроения.